Ребята, всем привет. В общем, заглянул я под ГРМ. Ремень устанавливали новый, балаковский. Короче, его съело нахрен. Нагнало, естественно, стружку. Что далее было обнаружено. На ролике, у меня, короче, на всякий случай подкину новый ролик от 16 клапана. Разницы никакой, он только пошире. А прежний ролик его, вот он поуже. В общем, его вот эта даже бровка, изнасиловала его. В общем, он вот так вот катался, получается. То ли его поставили неправильно умельцы. Вот. Ну, смысл какой? Я поставил прежний бошевский. На вид он намного лучше, чем вот эта вот херня. Но, смотрите прикол. Тут же ролик, он болтается, как хрен в стакане. А умельцы поставили шайбу тоненькую. Она кривая. У меня есть подозрение, то, что вот из-за этой гребаной шайбы вся беда. Сейчас подберу я толстую шайбу, которая исключено, чтобы она деформировалась при затяжке. Поставим, все, метки я выставил уже. И будем пробовать посмотреть. Если все будет отлично, опять сниму шкив. Ну и, естественно, поставлю новый ремень, так как этот тоже съеденный. Итак, подобрал я толстенькую шайбу. Надо сравнить, то вот эта вот рвань вся деформированная. Ну, поставим вот это, хотя это тоже сыромятина, но для эксперимента подойдет, посмотрим. Если будет все нормально, оставлю. Я думаю, что вся загвоздка только вот в этой гребаной шайбе. Итак, накинул я ремень, ребят. Пока так все приживил, погонял стартером. Ремень встал в исходное положение, как положено. Так, сейчас накинем свечки. Заведем автомобиль и посмотрим с вами. Я думаю, что дело было просто не в бобине, а ребята в автосервисе занимаются хуйней. Говорит, какой дядь Вань дал, такую поставили. А мозгов, блядь, не хватило ни хрена. Что нельзя сюда ставить корявую шайбу. Все, сейчас заведем, чтобы не быть многословным, и посмотрим. Когда такая годовень стоит, значит, ремень перетянут. Нужно немножко его ослабить. Чуть-чуть сейчас я его ослаблю. Все, годовень ушла. Ну так, ребят, ремень почти вровень шестеренкой, не внахлёст, небольшой запасик есть. Там у нас, где демпфер стоит, не прикасается к шкиву. Ну все, в принципе, он поработает, найдет свое место. Конечно, нужно ремень поменять, так как этот тоже уже изнасилован, но это уже будет другая история. Суть видео была в том, что почему уползает ремень. Обычно, еще раз повторю, это две причины. Ролик установлен неправильно, либо износился подшипник на помпе. Пишите по данному поводу комментарии. Всем удачи, всем пока.